17 августа в Иркуте стартует отопительный сезон. Постановление об этом подписал мэр заполярного города Игорь Гурьев. Напомним, на прошлой неделе он провел совещание и обратился к теплоэнергетикам с просьбой о досрочной подаче тепла в связи с прохладной погодой. Как сообщает пресс-служба в иркутинской мэрии, в течение 7 дней после начала сезона будут усилены круглосуточные аварийные бригады и диспетчерские службы. Также напомним, накануне Игорь Гурьев доложил о подготовке муниципалитета к зиме Сергею Гапликову и заявил, что основные ремонты завершатся к 16 августа. Глава КОМИ подчеркнул, что главное при подготовке – обеспечение безопасности и гарантия бесперебойного прохождения отопительного сезона.